Друзья, всем привет! Я Маргарита Шипила. Сегодня я расскажу вам о том, чем я занимаюсь в интернете. В личку регулярно поступают сообщения, где люди задают вопросы, чем я занимаюсь в интернете. Так вот, друзья, рассказываю. Я интернет-предприниматель. Регулярно предпринимаю попытки для того, чтобы жить достойно, весело, кайфово и круто. Раньше это делала на земле, была наемным работником, был свой небольшой бизнес. И вот уже 7 лет я развиваюсь в интернете. Почему именно в интернете? Потому что это удобно, ну, лично для меня. Я не привязана к одному месту, у меня нет никаких ограничений ни по времени, ни по географии. И, друзья, в интернете денег очень много, если кто еще не знает. Но сразу хочу сказать, что здесь халявы нет. Если вы думаете, что можно здесь лежать на диване, и на вас будут сыпаться миллионы, то вы заблуждаетесь. Здесь такая же деятельность, как и любая другая, где надо прилагать усилия, включать мозги, развиваться, обучаться и двигаться к своей цели. И первая компания, которую я развиваю в первую очередь, это я сама. То есть я, друзья, да, я компания. Компания называется «Маргарита Шипила». И я заинтересована в том, чтобы регулярно были начисления, было обучение и развитие. А для того, чтобы все это получить, мне требуются надежные бизнес-партнеры. Как известно, один в поле не воин. И никакой бизнес без команды невозможно развивать, тем более партнерский бизнес, которым я занимаюсь. Поэтому бизнес-партнеры я себе выбрала классную компанию, с которой сегодня сотрудничаю. Речь идет о компании Big Sub. Почему именно эта компания? Друзья, не знаю, как у вас, у меня уже давным-давно прошли те времена, когда я заходила в компанию на ажиотаже, который развивался вокруг нее. Самая моя первая компания, в которую я зашла в интернете, как раз я зашла на ажиотаже. Было очень много криков, было очень много хлопаний в ладоши, лозунгов и тому подобного. И я, как новичок, я на это клюнула. Но сегодня меня уже это не интересует. Ажиотаж, он имеет свойство проходить. И тогда начинается труд. Когда люди трудятся осознанно. И для своего развития, для того, чтобы моя компания под именем Маргарита Шипила развивалась стабильно, мне нужен надежный партнер. В чем заключается надежность? Ну, во-первых, для меня сегодня очень важно, чтобы была прозрачная система. Меня не интересуют компании, где деньги хранятся в системе. Я хочу зарабатывать не цифры в кабинете, которые нарисованы, а именно настоящие реальные деньги. Поэтому прозрачность системы – это самый первый фактор, который меня интересует. Сегодня меня не интересуют сложные схемы и сложные проценты. Чем проще, тем лучше. Любой новичок, который к нам приходит, он в состоянии разобраться быстро, быстро все понять и начать зарабатывать. Следующий фактор – это сколько я зарабатываю за свой труд. Сегодня мне не интересно получать 30, 40, 60, даже 70%. Меня интересует самый высокий процент. Это 90-100% в сеть. Если вы когда-либо зарабатывали такие деньги, то вы меня поймете, что получая 100%, вы уже вряд ли пойдете на доход с меньшим процентом. Сегодня мне не интересно реализовывать товар какой-то продуктовой компании. Я ничего не хочу сказать плохо о товарном бизнесе, он имеет место быть, но, что называется, на любителя. Слава Богу, сегодня есть выбор. У меня был период, когда я развивалась в товарной компании, развивалась там больше 10 лет, ушла на пике карьеры, у меня была большая структура, большие доходы, но времена меняются, и этот бизнес перестал меня интересовать. Также меня не интересует заниматься переписью населения и плодить дополнительные аккаунты в системе. Зато есть огромное желание развиваться, обучаться, становиться
профессионалом своего дела, получать за свой труд здесь и сейчас. Также мне очень важно, когда все это получают мои партнеры. Поэтому сегодня мой выбор – это компания Big Sub, где я вижу, что администрация компании всей душой заинтересована в том, чтобы компания и партнеры развивались, зарабатывали и жили достойно. Всем желаю добра, здоровья, процветания и, конечно же, приглашаю в свою команду.